сентября 2017 год. И я нахожусь в торгово-развлекательном центре «Космос» на третьем этаже на выставке кошек, на выставке Федерации кошек. Здесь три вольера. Это мальчик, помнишь? Это девочка Мейкун. Они всегда так выясняют отношения? Не выясняют. А что? Нет? А он заигрывает. Пристает. Да? Тут не заигрывает. Ну, я имею в виду выясняет. Так покусывает, да, с таким характером? Сфинкс или вообще все коты? Да? Это спаривается, например, за эти штуки. Что-то да. А вообще ей все равно, ему все равно, что это другой породы. Да. Ну вот у нас котята, вот, например, темненькие. Это одна порода с другой. Абиссинская вместе с Мейконом. Но здесь же вообще, можно сказать, гладкошерстные или. А сфинксы могут выбрать, или они выбирают сфинксы вообще гладкие? Все равно. Все равно, и сфинксом тоже, да? А какие получаются, если сфинкс найдет себе пару с такой мохнатой? Кто-то? Были у вас такие дети? Детки не было? Или вы не допускаете, чтобы они встречались? Мы стараемся не допускать. Чтобы сфинксы с кем-то встречались, да? Ну, это интересно. Здесь вы даже... Это кот, это говорят, что пытается влюбить в себя. Она молчит. А почему она молчит? Нет, она мяукала. Но она так спокойно. У нее само желание, поэтому не лезет. То есть все понятно. Котик, красивый. Ну это вы днем контролируете, а вечером же или вы там отдельно держите? А вот Лёлик, он везде бегает. Да. А вообще, у вас кошки как-нибудь ставят внимание? Или муж... сами просятся все равно? Им всегда мало вот внимания. Вот это уши такие грязные, что-то. У кого? Почему грязные? Потому что вот грязные уши. Больные уши. Нет, что вы, мы не чистим. Грязные. Не чистим. Сами руки не чистим. Ой, сам приходит. Да, он вас такой... Лещи, возможно. Каждые 2-3 дня мы чистим. Так внимание кошкам как всегда нужно, всегда мало или устает? Смотря каким. Ну, какие разные всегда? Характеры разные у всех. Какие всегда нужны? Некоторые виды, вот, например, бенгальская, ей внимание только когда нужно будет, тогда она потребует. А так она сама просит. Вот эти абиссинцы, они социально адаптированы, они вот с людьми очень хорошо лазят, им требуется внимание. Мейконам требуется внимание очень часто, нужно, необходимо внимание. Потому что это кормящая мама. Да, у нее сосут 8 котят. Это часть ее. Но кормит она тоже. И своих, и чужих. А вот это кот, да? Это, честно, не знаю. По мордочке кот. Да, не знаю. Как по мордочке посмотрела. Это кошка. А, да, кот. Ну, лицо мужское. Какая? Это Мейн-кун. Да, одна из разновидностей. Это Рекс, да? Это чистый корниш. Корниш Рекс, а он более гладкий. Корниш. Нет, такие, как крабы. Осторожно.
давно они у вас гастролируют? Сколько времени вот так вот вы же приезжаете? Если честно, я не знаю, я сам не знаю. Я с обезьянами работаю, теперь с кем? О, с обезьянами. И с кем интереснее, кстати, работать? Сколько им сложнее? Почему? Совершенно другой уход, совершенно другое отношение. Да, совершенно. Да, совершенно другое питание, совершенно другое. Сам открывать, вылазь. А все-таки обезьяны же и крупнее, и страшнее, наверное, с ними. Вдруг разозлятся, нет? Нет. Кошка, если разозлится, то хуже. Еще хуже? Ну, тут 18 когтей и 4 клыка. А у обезьяны всего 4 клыка. А когти же? Когти. Когти обезьяны. Обезьяны сами себе грызут. То есть нет, отсутствует, да? Да. А кто добрее, обезьяна или кошка? Смотря какая обезьяна, смотря какая кошка. В основном, в среднем. Из обезьяны. Я как кошатник, я скажу, что кошки. Кошки добрее, да? Да, я кошки люблю. Но обезьяны мне тоже нравятся. Все-таки, вот, кстати, про обезьян. Что у них такое особенное, самое такое яркое, вы с ними проработали? Человеческий характер. Все-таки человеческий, о котором мы не знаем. Человеческий характер? Да. Спасибо. Также обижаются такие же нарциссы, есть эгоисты, есть альтруисты. Угу. Есть скромность. Понимает окошки, понимает человеческую речь? Вообще да. Обезьяны тоже понимают. Но обезьяны еще не научились разговаривать, не научились. Слава Богу. Не хотел бы его услышать, эту обезьяну, что-нибудь про себя. Да. Thank you.
Да.